Это российская зенитная ракетная система С-400 «Триумф». Боевой расчет способен бесперебойно охранять воздушные границы при температурах от минус 60 до плюс 125 градусов по Цельсию. Комплекс полностью управляется микроэлектронным оборудованием. Это отечественные разработки. Даже вероятные противники признают превосходство вычислительных мощностей системы С-400 над иностранными аналогами систем ПВО. Сегодня в России функционирует больше двух десятков предприятий микроэлектронной промышленности. Их продукция ориентирована на бытовую, промышленную и военную области. Российская микроэлектроника переживает второе рождение. Перед новым поколением ученых, инженеров и программистов стоит сложная задача – создать конкурентоспособный продукт и вывести его на мировой рынок. Сегодня на службе человека целая армия электронных помощников. Телевизоры, ноутбуки, смартфоны, навигаторы и другие гаджеты. Все это мини-компьютеры. Даже в обычных бытовых приборах, холодильниках, стиральных машинах, детских игрушках есть как минимум один простейший процессор. Микропроцессоры незаметно проникли во все сферы нашей жизни. Процессор – это мозг и сердце компьютера. Он выполняет различные операции с числами. Эти операции называются элементарные логические действия. Набор цифр – 0 и 1. Это машинный код, язык, который понятен процессору. Каждое действие на физическом уровне – это перетекание электрических импульсов внутри схемы. Вот как это выглядит на примере схемы простого калькулятора. Вот мы его можем так вот схематично нарисовать таким небольшим прямоугольником, у которого есть входы. Есть выходы. Надо подать электрический сигнал, чтобы внутри произошло вычисление, и на выходе появился ответ в виде электрического сигнала. Вот, скажем, мы подали вот такой сигнал. Вот на эти два контакта низкий, а на этот высокий. Что означают эти цифры? В двоичном исчислении у нас только две цифры, 0 и 1. И этими цифрами кодируются любые числа. Вот здесь мы закодировали число 1. А вот таким кодом кодируется число 2. Если калькулятор должен выполнить сложение, то двоичные коды складываются. Полученная сумма и есть двоичный код числа 3. История развития микропроцессоров насчитывает больше полувека. Сначала это были огромные, размером с комнату, электронно-вычислительные машины. В них использовали механические реле. Потом стали использовать электролампы. Сегодня это миниатюрное устройство, способное выполнять миллиарды операций в секунду. Объяснить возможности и быстроту работы процессора можно на примере системы противовоздушной обороны. Мобильная многоканальная зенитная ракетная система С-400 «Триумф». В состав зенитной ракетной системы входят командный пункт боевого управления, радиолокационный комплекс обнаружения, зенитно-ракетный комплекс, до 12 пусковых установок с 4 зенитными ракетами на каждой, всевысотный обнаружитель, тактико-технические характеристики, 250 километров – дальность поражения цели, 27 тысяч метров – высота поражения, 72 ракеты наводятся одновременно, 36 – количество обстреливаемых целей. –
радиолокационная система управляется центральным процессором. Он обрабатывает данные, полученные от всевысотного обнаружителя — радара. Это координаты, скорость, положение в пространстве и направление движения цели. Равняюсь. Смирно. Дивизион, готовность номер один. Информация передается в командный пункт. В течение 3 минут комплекс приводится в боевое положение. Одновременно зенитно-ракетным установкам раздаются целеуказания на поражение. Скорость цели может достигать 4 километров 800 метров в секунду. При таких условиях положение в пространстве цели и ракеты постоянно меняется. Процессор в течение доли секунды обрабатывает информацию и вносит коррективы. Она может быть получена как от РЛС, входящей в состав комплекса, так и от других источников, входящих в единую систему ПВО. Результат — нейтрализация угрозы. Сложно представить, но благополучный исход операции полностью зависит от микросхемы размером всего 3 на 4 сантиметра. Создание и изготовление процессора — это сотни технологических операций. На это уходит несколько месяцев. Современная микросхема — это сложное электронное устройство с десятками тысяч схемотехнических приборов. По-другому их называют — арифметически-логические устройства. Транзисторы, резисторы, конденсаторы, логические вентили и триггеры, намды, ксоры и прочее. Все они объединены в исполнительные блоки. Эти блоки формируют ядро процессора. В современном производстве уже больше 10 лет используются многоядерные процессоры, то есть один кристалл или одна микросхема, которая вмещает в себя несколько процессоров. В начале 60-х годов основатель американской компании Intel Гордон Мур вывел закон, согласно которому количество транзисторов на кристалле увеличивается вдвое каждые 18 месяцев. Транзисторы в микроэлектронике выполняют роль переключателей. Они контролируют и устанавливают правильный маршрут перетекания электрических импульсов внутри схемы. Графически изобразить закон Мура можно прямой линией в логарифмической шкале. Это значит, что по оси Y мы откладываем степень величины количества транзисторов на кристалле. Вот вначале это было 10 во второй степени, затем 10 в третьей, 10 в четвертой. И сегодня это число уже перешагнуло через миллиард, то есть 10 в девятой степени. Сегодняшнее время. Все это преследует единственную цель – увеличить производительность. Большее количество логических элементов позволяет обрабатывать большее количество данных. Но рост количества приводит к миниатюризации устройств. Сейчас производители микросхем, особенно больших микросхем, таких как микропроцессоры, столкнулись с проблемой возрастающего тепловыделения микросхемы. Если элементы на микросхеме переключаются точно так же, как и раньше, с такой же частотой, например, мы запускаем на частоте 1 ГГц, то каждая следующая микросхема, содержащая в два раза больше элементов, будет потреблять больше электроэнергии. Эти величины потребления уже перешагнули 100 Вт. Каждый элемент, несмотря на то, что он становится меньше, он выделяет не намного меньше тепла. Физические ограничения заставляют разработчиков экспериментировать с новыми материалами. Раньше проводники делали из алюминия, теперь применяют медь. У нее меньшее электрическое сопротивление, и значит, она меньше разогревается. Кроме того, используют
изоляторы с низкой диэлектрической постоянной. Если разрезать микросхему, то мы увидим, что проводники, вот они стоят рядом, вот мы так разрезали ее, и они вот уходят вот туда вот в плоскости, да, вот туда. Значит, все пространство между этими проводниками, вот здесь, оно заполнено стеклом, оксидом кремния. Оксид кремния – это очень хороший изолятор. Разработчики микропроцессора «Эльбрус» снизили энергопотребление другим способом – на программном уровне. Они изменили архитектуру процессора. Это организация работы внутри схемы. Каждая программа – это определенный набор алгоритмов. Все они переведены в командные слова или, по-другому, инструкции. Это делает программа-компилятор. В отличие от иностранных процессоров, где одна инструкция задает выполнение одного действия, в Эльбрусах применяется так называемое широкое командное слово. Оптимальное размещение устройств, транзисторов, конденсаторов на кристалле – залог эффективной работы микросхемы. Их расположением занимаются на этапе топологии, на котором определяются пространственно-геометрические показатели микросхемы. Во-первых, это, конечно, минимизация длины связи между устройствами. Во-вторых, это компактное размещение устройств, которые должны быть именно расположены рядом, чтобы, опять же, минимизировать задержки в схеме. Разработчики создают схему, проектируют, и дальше придают ее в отдел топологии, чтобы мы имплементировали эту схему в кремнии. Мы, рисуя послойно структуру, соответственно, создаем эти устройства. Если открыть корпус микропроцессора, можно увидеть металлические дорожки, идущие в горизонтальном и вертикальном направлениях. Они пересечены тонкими полосками. Это транзисторы. В микроэлектронике такие схемы называют интегральными. Размеры всех элементов настолько малы, что на кончике обычной швейной иглы можно разместить до 30 транзисторов. Прежде чем готовый проект схемы запустят в производство, он проходит стадию верификации. Это контроль качества. Схема должна быть логически верной и надежно выполнять свои функции. Пишется специальное окружение для этой модели, которая может подать на вход какие-то воздействия и посмотреть, что выдается на выходе этого устройства. То есть воздействие и реакция устройства. Вот, например, машинка есть на радиоуправлении, да? Например, нажимаешь направо, она поворачивает налево. А вот наша задача отследить, что мы подали команду направо, и машина повернула действительно направо. Если на этапе проверки выявились ошибки проектирования, в схему вносят исправления. И весь цикл разработки проходит заново. По проверенному, корректно работающему проекту печатают фотошаблон-маску. Это цифровой образ. Трафарет будущей микросхемы. Основа любого микропроцессора – монокристалл кремния. Его выращивают из обычного кремния по методу Чахральского. Метод заключается в изменении кристаллической структуры путем высокотемпературной обработки. Кремний – естественный полупроводник, самый распространенный на Земле. Это позволяет снизить себестоимость производства. Кремниевые заготовки из отравки помещают в тигель из особо прочного кварцевого стекла. Тигель устанавливают в герметичной печи – реакторе. С помощью графитового нагревателя в камере реактора создается температура плюс 1420 градусов по Цельсию. Графит обладает высокотемпературной устойчивостью, и в его составе нет элементов, вступающих в химическую реакцию с кремнием.
Затравочный кристалл, стержень с фрагментами монокристалла, опускается в расплавленный кремний. Для равномерного распределения температуры и формирования правильной геометрической формы тигель с расплавом и растущий слиток монокристалла вращают в противоположных направлениях. В реактор подается аргон. Газ создает инертную среду. Она предотвращает окисление кремния и защищает графитовый тепловой узел от разрушения. Рост кристалла происходит в результате фазового перехода кремния из жидкого состояния в твердое. Расплав кремния кристаллизуется, образовывая монокристаллическую структуру. Полученный монокристалл обладает однородной структурой по всему объему. То есть внутри у такого материала нет разрывов, и поэтому на его поверхности можно разместить десятки тысяч микроэлектронных устройств, образующих микросхему. На выращивание монокристалла диаметром 200 мм и длиной до 1 метра уходит в среднем 26 часов. Поэтому реакторы функционируют круглосуточно. За это время атомы расплава кремния равномерно, без нарушения кристаллической структуры, нарастают на уже сформированный монокристалл. Вес слитка диаметром 200 мм, 60-70 кг. Слиток нарезают на пластины толщиной 5 мм. Для этого используют металлическую нить, покрытую абразивным материалом. Получившиеся пластины шлифуют. В результате уровень шероховатости составляет тысячные доли микрон. К примеру, поверхность обычного стекла по сравнению с поверхностью пластины как грубая наждачная бумага. Это цех, где печатают микросхемы. Его помещения полностью защищены от воздействия внешней среды, и поэтому называются чистые комнаты. У каждой установки собственный фундамент, чтобы избежать сейсмических воздействий. Внутри стерильность, даже выше, чем в хирургической операционной. Воздух очищается фильтрами и полностью меняется каждые 24 минуты. Общая площадь производственных помещений – 3500 квадратных метров. Находиться внутри чистой комнаты можно только в комбинезоне из особого антистатического материала, маске и перчатках. Процесс изготовления можно сравнить с конвейером. То есть пластина на начальной стадии приходит без голая, скажем, без малейшего рисунка. И в дальнейшем постепенно на ней появляются топологии и слои. Ну, формируются дорожки металлические, скажем. Весь цикл изготовления занимает около 2 месяца. Общее количество операций, в зависимости от применяемого типа технологии, примерно от 400 до 500 операций вот на весь цикл изготовления. Открываем. Видим 25 пластинок, которые нам нужно отмаркировать и перегрузить. Берем рабочий смив-код. Ставим на загрузочное устройство, перекладываем пластины из белой в черную,
Здесь у нас находится лазерный маркировщик. Тут дальше начинаем работать. Выбираем программу рабочую. И теперь мы видим, что пластинка у нас поедет в установку маркироваться. Все процессы полностью автоматизированы. Человек выполняет лишь контролирующие функции. Мы теперь переложили с вами пластинки СМИ в контейнер, который служит у нас для пластин как бы защитой от всяких повреждений, дефектов и тому подобного. Теперь эти пластины руками никто трогать не будет. Производственные мощности завода сегодня работают по технологическим нормам 180 и 90 нанометров. Это размеры получаемых элементов. 1 нанометр – это 10 в минус 9 степени. Для понимания, вот в технологии изготовления есть такой электрический компонент – транзистор. У него есть затвор, это как бы вот управляющий электрод. И под этим электродом есть подзатворный окисел. Его толщина порядка 20 ангстрем. Ангстрем, то есть это несколько атомных слоев всего лишь. Составляющие микросхемы появляются на пластине с помощью фотолитографии. Это самый важный участок. За весь производственный цикл выполняют до 36 таких операций. Устройства, которые печатают плату, называют степперами или сканерами. Этот процесс можно сравнить с печатью фотографии. То есть через определенный шаблон мы просвечиваем пластину. Таким образом, в ней формируются зоны, которые стойки к определенному воздействию и которые чувствительны к нему. На фотолитографию, мы покрываем ее фоторезистом как раз вот в этих камерах, засвечиваем по определенному фотошаблону, проявляем в чашках проявления и на выходе получаем как бы рисунок из фоторезиста. Между операциями фотолитографии пластины подвергаются различной обработке. Их нагревают до 1000 градусов, обрабатывают водой, вводят дополнительные химические примеси. Например, элементы изоляции, диэлектрические материалы. Все это формирует слои микросхемы. В результате получается своеобразный слоеный пирог. У каждого слоя свой функционал. На выходе мы имеем работающие устройства, в которые зашита определенная логика. Достигается это путем формирования в монокристалле кремния зон P и N проводимости, далее из них транзисторов и других электрических элементов. Таким образом, мы получаем и логические схемы, и аналоговые элементы из других типов. На готовой пластине диаметром 200 мм может быть размещено несколько десятков тысяч элементов. После проверки их работоспособности пластину отправляют на корпусирование. Перед резкой пластины на отдельные кристаллы электрические параметры каждого чипа проверяются на специальных измерительных системах. Таким образом определяются годные и бракованные кристаллы. Забракованные чипы помечаются маркировочной краской. Резка пластины проводится алмазным диском в водной среде. Эта операция называется скрайбирование. Следующий этап – это посадка кристалла в корпус. Капля клея наносится в центр монтажной площадки, и кристалл монтируется уже, собственно, в корпус микросхемы. В
качестве материала для корпуса бытовых и промышленных процессоров используют пластик. Для специальных применений, то есть для работы в экстремальных условиях, например, в космической отрасли, микросхемы и процессоры изготавливаются в металлокерамических корпусах. Корпус процессора полностью герметичен. Сама операция герметизации происходит в инертной среде, предварительная термообработка. Это вся процедура необходима для того, чтобы исключить загрязнение кристалла и, главным образом, исключить пары воды в межкорпусном пространстве, чтобы убрать процессы коррозии, которые могут возникать вследствие попадания воды. Процессоры, предназначенные для экстремальных условий, проходят настоящую проверку боем. Их многократно контролируют, в том числе и в предельных температурах, от минус 60 до плюс 125 градусов Цельсия. Каждый день в мире появляются все новые и новые электронные устройства. Их возможности поражают воображение. Компьютеры научились создавать картины, управлять космическими кораблями, контролировать работу огромных заводов и многое другое. Единственное, на что они не способны, делать это без помощи человека.